Возвращаемся в центр Сумгаита. Сейчас заберем Эмина, поедем домой. А вечером нас пригласили в гости. Сегодня так жарко, 22 градуса. Если бы не ветер, то было бы очень жарко. Купили букварь Жукова и прописи. Вот он по этим книжкам сейчас занимается, по букварю Жукова. Я потому что многие спрашивают, по каким книгам вы занимаетесь. И еще общее развитие. Я потом тоже покажу как-нибудь вам учебники. Учебники остаются у учительницы. Садики тоже с ними занимаются по книжкам. Книжки наших авторов общеобразовательные. А вот именно букварь, по которому сейчас занимается педагог Жукова. Сейчас мимо кафе «Орбиты» будем проезжать. Сейчас здесь кафе «Орбиты». Я уже потихоньку Сумгаит узнаю. Вот с этой стороны. Нет. Мы еще не доехали, нам прямо. Орбита — это такая карусель. Вот кафе «Орбита», подожди. Да, вот кафе «Орбита». Бывшее кафе «Орбита», а сейчас здесь мебельный магазин. А на другой стороне находится кинотеатр имени Низами. А раньше назывался кинотеатр «Россия». Гуляю по Сумгаиту, меня просят, когда адреса какие-то именно снять. Вот уже потихоньку, видите, я тоже ориентируюсь, город стала знать лучше. Раньше вообще Сумгаит не знала. Ну а вот в той части базар. А вот это улица Проспект Мира. Голодный, поэтому он с занятий вышел и капризничает, кушать хочет. Я не голодный. Нет, хорошо, ладно, хорошо, успокойся. Мультик хочешь? Да. Сейчас папа даст. Сейчас тихо. Я говорю, видишь, какой зеленый город Сумгаит. Каждый раз я это повторяю. Все в зелени, все. Все центральные улицы, все в деревьях. Надо отдать должное. Молодцы, они еще следят за газонами. А это бульвар. А это центральная улица Самеда Вургуна.
все, параллельно идет проспект Мира, Сюль. Часи. Уже почти доехали до дома, пришлось назад вернуться из-за дороги. Опять все перекрыли, всю улицу. Выхода нет, придется ехать через пляж, через море. Машине. Нет, я так не смогу. Я точно застряну здесь. Да, тут машины застряли многие в песке, мимо проехали, я не успела снять. Тоже хотели. А потому что дорога закрыта, Аль. Ой. В общем, съездили в объезд. Приехали домой, мама нам супчик такой сварила, мясной, с рисом, такой аппетитный, ароматный. Зелень свежую приготовила нам. Сейчас будем обедать. А это соленья, которые купили на базаре, баклажаны. А на второе у нас зеленое лобби. Мама приготовила его с луком, с яичком. Чем многие из них имели криминальное прошлое, или, по крайней мере, нарушение закона,